Сотрудники Асбестовской госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тремя пострадавшими. В ГИБДД по Свердловской области прокомментировали происшествие и рассказали о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов. Предварительно установлено, 40-летний водитель на Mercedes-Benz при движении по улице Ленина сбил троих человек на пешеходном переходе. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В результате ДТП пострадали три человека. 33-летний мужчина, получивший множественные травматические повреждения органов, находится в реанимации. 23-летняя девушка госпитализирована с переломом костей таза, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и ног. Еще один 27-летний пешеход получил ушибленную рану головы, грудного и поясничного отделов позвоночника, закрытый перелом голени. На водителя составлены материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, непредоставление преимущества пешеходам, управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр, рассказали в ГИБДД региона.